Мои орхидеи на подоконнике снова цветут. Такое пышное цветение после обрезки цветоносов. Когда они цвели, я их обрезала. Как видите, после обрезки пускает новые цветоносы и снова зацветает. Вот, видите. Также показываю орхидейки, которые у меня в баночке. Уже две турхов листьев, как вы видите, плотные. Все, растут. Всех с наступающими праздниками осенними. Всем здоровья.